Всем привет, друзья! Ну что, приехал я на море. Показать вам, какое море я приехал. Ну, мы с Табизина, ребят, на острове Русском. Самое красивое место в городе Владивостоке, друзья. Но только немного испортило вид туман. Ребят, просто туман. А так просто обалденный вид. Охренеть! Просто, ребят, охренеть! Босиком, да ладно, что ты. Ребят, смотрите, какой вид для вас. Короче, спускаюсь немного пониже. Смотрите, какой вид. Вот что я вам решил заснять. Красотища. Красотища, ребят. Сейчас пойдем еще подальше. Сходим. Я вам покажу кое-что еще. Вот такие вот дела, ребят. Вот такие вот дела. Ой, камни в ногах. Камешки в ногах. Ребят, вот такие вот дела. Сейчас идем. Смотрите. Друзья, смотрите и любуйтесь. Я сам первый раз в этой жизни здесь нахожусь. Но для вас, все для вас. Да и для любых людей, кто будет меня смотреть, ребят. Вот такие вот пироги, друзья. Опа, немножко туманчика, очень много туристов, так что обалдеть, да, друзья, обалдеть. Так что люди фотографируются, понимают. Так, друзья, идем дальше, там есть еще кое-какая красота. Ну, чтобы сюда добраться, пешком шли минут 30, да? Минут 30 мы, ребят, сюда шли по очень плохой дороге. Блин, там просто жесть. Смотрите, какие красоты. Смотрите. Обалдеть. Я первый раз здесь, друзья. Первый раз. Вообще просто красота. Да. Так, идем дальше. Идем, смотрим. О, ребят, иду. Едем, смотрим. И тут видос. Смотрите, какой. Главное, чтобы ноги не соскользнули. Опа, смотрите как. Водичка там, конечно, обалденная. Да, друзья. Опа. Идем, смотрим. Она в тумане не очень видна. Будь страховку одевать, такую же вообще. Красота, конечно. Просто красота, ребят, слов нету. Но сюда добраться очень тяжело добраться. Вот туда бы еще спуститься. Наверное, придумают люди и будут туда спускаться. Друзья, конечно. Опа. Красотень. Тут какие-то доты-дзоты, что-то тут было, да? Наверное, охраняли. Оп. Видите, что-то делают. Вот. Видовую, да, делать будете? Нет. Нет? Нет, говорят, видовую не будем делать. Ну, не знаю. Так. Идем дальше, смотрим. Идем, ребят, дальше смотрим. У нас в городе, ребят, солнце было, красотень. А сюда приехали туманище. И сын говорит, вы ни разу не были на мысе Табизина. Милости просим. Я говорю, ну давай сходим. Ни разу здесь не был, друзья, ни разу здесь не был. Смотри, какая красота какая. Девушка, красотища, просто красотища. Конечно, я, блин, немножко очкую. Ну, можно было спуститься. Была бы камера, на голову повесил, было, конечно, удобнее. Ребят, смотрите там. Какие красоты. Какие красоты, друзья. Вот это да. Не знаю, удастся, не удастся искупаться. Тут, видите, какие-то камни такие наложенные. Не знаю, так, то ли так было сделано специально или нет. Вон люди туда спускаются на велосипедах, еще вон туда наверх
забираются. Вообще просто. Вот это да, ребята, вот это да. Оп, чаечком, пам. Красота. Поближе еще встану. Оп. Ну вот да, здесь вообще изумительно чисто. Изумительно чисто. О, чаечки, смотрите. Как летает низко. Так. Все, смотрим, смотрим, друзья. Красиво, да? Просто красиво. Оп, оп, оп. Ну-ка сюда поближе можно, чтобы мне главное не скатиться. Тут такие камушки, блин. Вообще, ребят. А то улечу, бля. А то улечу куда-нибудь. Сейчас вниз спустимся, друзья. Ребят, спускаемся вниз. Сейчас посмотрим еще красоту. Обалдеть. Трудно. Трудно идти. Но зато на такую красоту стоит ходить. Как-то люди сюда добираются. Я вообще поражаюсь. Как-то люди доехали. Его спустили с парашюта, что ли. Как он доехал. Вообще, значит, где-то есть какая-то объездная дорога, ребят. По-любому. Но здесь невозможно доехать. Просто невозможно. Оп. О. Как ты говоришь, они называются? Саб. Саб. На сабах. Люди на сабах. Какие скалы. Ну, ноги-то нужно помочить. Хотя бы ноги. Да. Собака это устала идти. Опа. Людей очень много. Очень много. О, люди купаются. Люди-то купаются, друзья. Вообще без всяких проблем. Вон, пожалуйста. Вон, можно спуститься и там покушать. Да пойдем там вот просто и поедим. Где там? Прямо. Оп, прямо, прямо, где-то прямо. Ой, уже целый час идем. Ты мамку держи. Как она здесь спустится? Давай подождем. Да вырубай там, поснимаешь, что там будет. Ребят, ну это еще не все. Так что надо идти вон туда. Сейчас вам тут сооружение покажу. Смотрите, какие сооружения. Вообще. Видно? Так охраняли, наверное. Отстреливались от всяких епошек. От епошек, мамошек всяких, видите, какие. А мы вон туда, ребят, идем, вон эту косу идем. Вот таким вот скальным сооружением потихонечку идем. Я ему говорю, можно было здесь просто посидеть, но не хочет. Такая, ребят, тут чистая вода, вообще просто чисто. Очень чистая вода. Идем, идем по скалам. Идем. Идем по скалам. Ой-ой-ой. Опа. Да. Чтобы что-то преодолеть, чтобы куда-то пойти, нужно преодолеть. Очень. Да вон там внизу, внизу иди. Что-то здесь внизу надо было идти. Вот внизу, вот, 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 вот. Это Андрей как-то пошел. Какими-то путями неизведанными. Трос какой-то. Ребят, тут за веревочку надо подниматься. Ну никак без веревочки. По веревочке и вперед. Вот по таким проходам. Проходим оттуда вот. Ребят. Здесь опять веревка. Опять веревка. Ногу не поднимем. Вы сзади, бать. Опа, оп. Оп, опа. Давай, 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 оп.
Испытание не из легких. Опа! Экстрим! Экстрим! Вот это экстрим, ребят! А мы... Последняя сопка. Последняя сопка. Ёб твою мать, когда последняя уже была. Так, шпарим оттуда, ребят. Идем, идем, и нам вот туда надо. Вот туда. Оп. Вот такими тропами, ребят. Идем, 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 идем. Идем, смотрим. Вообще, сколько времени мы потратили на это, на эту красоту. Оп. Давай пропустим, люди идут быстрее, Сонечка, двинься. Идем быстрее. Идем, идем. Вот там какой-то флаг кто-то повесил. Вот. Еще мы кое-куда зашли. Так, подожди. Ну ты что, дай мне это самое, блядь. Что? Разговоры такие, блядь. Давай я снимаю, на. Блин, зла не хватает, блядь. Что не скажешь, начинает. Красоту-то надо посмотреть, блин, вообще, блядь. Ребят, сорян, сорян. Все, какие-то, блядь, нервы какие-то нервируют, блин, меня. Опа, чаечка. Надо же, блядь, заснять, показать. Нет, блядь, что-то начинает нервничать. Вот она красота, ребят. Вот она. Фу-у-у-у. Братья и сестры. Вот еще ничего себе. Главное нам никуда не упасть, ребят. Держаться, держаться и держаться. Вот чаечка сидит. Ничего себе. Туда-то мы не спустимся. Ну, красотища. Просто обалдеть, ребят. Блин, ну было бы солнце, вообще было бы просто прекрасно. Просто было бы прекрасно. Ну ладно, без солнца тоже четко. Ребят, так, и вон туда мы сейчас бегаем. И все. О. Вон чаечка там же сидит. Да, чаечка сидит четко. Туда не спуститься, туда не попасть. Человек тоже снимает. Вот, ребят, мы уже здесь прибыли. Вот он. Тут написано, сейчас посмотрим, что у нас тут написано. О, крест такой. Альпинисты. Опа. Опа, она. Красота. А ты что куда пошел? Ну что же, туда слазить? Оп, посмотрим прескурант, ребят. А, медицинское противопоказание. Да, правила поведения в технике безопасности на объекте. Все есть. Дотацион бокс. Если кому не жалко, можно, можно денежку. А сколько дотацион стоит? Около тысячи. Около тысячи, да? В зависимости, сколько килограммов в тебе. Как он еще вид спорта называется? Джампинг. Да, ну я боюсь, я бы с удовольствием. Но что-то я побаиваюсь. Видно возраст. Это возрастное. Я знаю, но... Вот такая красота. Джампинг. Ребят, красотища просто. Красотища. Вот, смотрите. Там же маяк. Маяк. Маячок. Маячок. Оп-оп-оп. Ребят, куда я вас привел, да? Куда я вас привел? Красавчик, Игорь Николаевич. Ну, купаются люди, но только волны, видите, какие. Че, нырнем? Но я не смогу, ребят, вам показать одним видосиком. Сейчас у меня же закончится батарея, закончится видео. Оно получается очень длинное, ребят. Блин, ну как-то так, как-то так. Так.